наша команда сегодня решила выбраться на турнир город Дзержинск. Ну, посмотрите, сколько участников сегодня приехало. Сейчас наши ребята проходят регистрацию. Участников уже порядка больше 80 участников. Что, готовы? Ребята, Радмир готов? Все, готово. Да. Нет, я знаешь, на какую буду ловить? Такую, примерно. Сейчас белый? Начну. Белый кошачий глаз. А, типа лунный идет, да, он да, как да. Лунный. Это. Блин, хорошо, последний раз плотно не ловил. Меня, короче, вот видишь, вот золотая. Это вот от нее, он меня слетел. Дорогие участники, мы рады приветствовать вас в городе Дзержинске, Нижегородская область, на турнире по ловле на мормышку со льда. Ледовых дел мастер. Сейчас выходим все на лед. Аккуратно, не торопясь. Ножи на бурах должны быть зачехлены. Если у кого там с собой нет, соответственно, чехлов, вниз опущены. Аккуратно, не торопясь, выходим по тропинке вниз на лед. Там будет проходить скоростное бурение в трех номинациях, как было все заявлено. После этого, соответственно, по номинации сразу расскажу. Мы буримся три лунки. Первый это буры от сотого и ниже, соответственно. Вторая будет 110-е и третья это 130-е буры. На льду. Сейчас будет первый конкурс. Проводится бурение на скорость. Посмотрим, кто выиграет. Какая толщина льда. Сегодня 90 участников. Участники из разных городов Нижегородской области. Мы с вами вот из Кстова. Также из Диванова есть и участники. К сожалению, лунок на время. 100-е, 130-е, 150-е, что-то. Ну, не знаю, посмотрим. Че, орлы, готовы? Ржавчину опускать. Сейчас почти. Согреюсь, может, ты уже. Давай. Три утра, блядь, выехали. Первый участник, который пробурил, номер 14. I knew that I wouldn't.
feel good. I knew that I would not. So good, so good. Не надо, Дим, там уже... Да я знаю, дай его уточку. Давай. Давай, поножи в голову. Размер, ты первый, давай. Давай. Сука. Ну все, участники соревнований выдвинулись на свои места. Кто как, ну, кто уже знает, кто здесь был, представляет, где какие глубины, где какая рыба. Ну так, сейчас вам покажу, куда участники разбрелись. Вот под берег человек, наверное, 15-20. Куда качки перешли. Некоторые пошли оттуда на выход. Базарщик сел с нами по берегу. Пытаются. Наверное, акцент будут делать на окуне. Мы сейчас посмотрим. Лед очень толстый. Тут как участники, так и обычные рыбаки рыбачат. Добрый день. Добрый. Ну как поклевки? Вон мелкий окунешка попался. Ну и хорошо. Для турнира пойдет. Ну сегодня хвоста не чешуи вам. Спасибо. Вот говорят местные. Кушочек небольшой есть для спортсменов. Как раз он как бы получается. Спортивная рыбка. У нас еще таких строений остались СССРских времен. Это местная водокачка. Воду качал на производство. Дзержинск у нас город химиков. Очень много предприятий. Практически весь город там работает. Ну, работали сейчас. Уже похоже стало, все развалили в советское время. Ну ладно, об этом не будем говорить, будем о рыбалке говорить. Вот там, где мы показываем, предположим, берегу, просто соревнования, там всех удачливые были спортсмены. Там больше рыбы поймали. Но многие вот убежали туда вот базарчик. Мы сейчас тоже оттуда идем, посмотрим, что там ловят. Вот многие участники расположились, можно сказать, такой мини-базарчик. Ловит небольшого кушка. Дайте, чтобы не спугнуть. О, хороший горбачок попался. Первый, да, такой? Вторая проводка. Молодец. И хвоста не чешуи. Черта. Отличный окунь. Тут сидит, прям колдует на луночке. Бегают, ищут. Вот такую плотвичку ловят местные рыбаки. Все, как говорится, все в законе. С линейкой никто не ходит. Привет, передавай. Всем рыбакам. Всем рыбакам привет. Привет, с праздником всех. С праздником всех. И вам не хвоста, не чешуи. С 23-м. С прошедшим, да. И вас также. А на мотыля или на без мотылку? Продолжается. Без мотылочку, да? Угу. Неделю надо гудеть-то. До начала праздника. Ну все, не хвоста, не чешуи вам. Спасибо. Хорошей рыбалки.
такой кусочек фестивальный. И сразу же лунка. Глубина где-то порядка 2 метров, да? Да. Вот там еще тут у нас утаскивает. Сейчас мы увеличим. У нас ёжик, ребята, фестиваль. Ну как раз на соревновании самое то. У нас гвозди кубик желтенький. Видите, и ёж уже начал не играть. Первое время, когда только эти без насадки начал ловить, ёж что-то не так ловился азартно. Ёж на всё клюет. Ёж на всё клюет, ну да. Только ёж на ёжа не похож. Участник Дмитрий рыбачит. Всем привет. Всем привет. Первая рыбка есть. Что за первая рыбка поймал? Латвичка. Латвичка, да. Ну такая съедобная, можно сказать, да? Да, нормально, кстати. А где взяла? Вверху, снизу? Вверху, самое вверху. Вверху. А рыбачишь на что? Ну, без мотылку, конечно. А что на ней? Шарик? Кубик? Шарик. Шарик. Отлично. Давай, Дима, рыбачь, не хочется ничего есть. Тут у нас участник номер 41. Как тебя звать? Григорий. Григорий, да? Сколько тебе лет? 13. 13 лет. Это твои первые соревнования или уже участвовал? Первый. На зимней рыбалке, да? На летней-то? Тоже был на соревнованиях? Нет. Не был, да? Ну и как? Нравится? Ну да. Или тем... А лунки ты сам, да, проделывал? Да. Молодец. А летом тоже ходишь, да, на рыбалку? Да. Молодец. Ты здесь с кем? С папой, да? Да. А папа далеко, да, ловит где-то? Да. А, здесь рядом, да? А у папы что, поймал, нет? Нет. Нет, да? Ну давай, перевязывайся, и хвоста не чешуи тебе. Все. Ну вот у нас такая полевая кухня, ребят. После соревнований они закончат 12 часов. Все, все варится, все варится. Наш участник Радмир рыбачит. Ну как Радмир по рыбалке? В карман уместилось? Неплохо, неплохо. Хоть от нуля ушел и этот результат. Ну все, давай, Радмир, рыбачь. Давай. Ни хвоста, ни чешуи. Килограмм поймал, Коль? Грамм 800. Понятно. Сколько штук? Штук 30 поймал? Блять, какой толстый плов.
отрывочки-то где-то одна или повыше поднимаете? Сантиметров 10-15 поднимаешь. Вот выше что-то нету. В основном около. Ну подъем, да, напускания нет отрывок. Да, напускания нет. Можно, да, посмотреть? Да, да, пожалуйста. Такую туловочку достаточно хороший. Я думаю, высоко будете вы. В середину попадете? Ну, может, и не в середину попадете. Вот. Первый плавень не будете. Да. Участник вот номер 35 у нас. Сейчас вон оттуда вон придут. Вы из Дерзенко, да? А? Местный, да? Да, местный. Первый раз выступаем. Попробуем. Ну, я думаю, неплохо. Вот. Еще сколько у нас там, наверное, час есть? Еще сколько у нас времени? Полтора часа еще, ну. А ловите на мотыля? Да. С подсадкой. С подсадочкой мотыля, да. А в основном рыба какая? Окунь, платонечка? Окунь и платвичка поскольку. Платвичка. Ну что, ребята, многие уже разбрелись. Вон там базарчик уже создали. Такой. Вон там изначально платвичку ловили. Местные. Мы сейчас подойдем, посмотрим, что там. А здесь пока вот так вот. Дошли до самого оживленного места на сегодня. Самое оживленное место. Самое, наверное, рыбное. Посмотрим, кто еще ловит. Можно сказать, популярное сегодня место такое. Вот поклевочка, сейчас посмотрим. Вот такой пешек. Сопленький уешь. Да, сопленький. А так что посерьезнее есть рыбка? Такая. Все такая, да? Нет, покрупнее окунь. А, покрупнее окунь, да? А так решили на время и на скорости это, да? Да. Ой, понятно. На другое не сыграешь. Ну и хорошо. У них вас анчишиева. Привет, у нас участники из Иваново. Посмотрите, сразу поклевка на камеру. Окушочек, наверное, фестивальный. Ага. Вот окушочек. Где-то чистенький окушочек, где-то долматинец точку. А разряд ты имеешь какой? Нет. Нет, чисто так, да? На следующем сезоне хочу. Снасти спортивные, обмундирование, можно сказать, тоже спортивное. Ну и разряд нужен спортивный. Тоже, да? Ивановский, да, мотель? Угу. Не, ну мотель-то весь с Москвы же тянут. Он либо идет из двух мест весь собирается мотель. Либо Урал, либо Крым. Сейчас все Крым, из Крыма весь идет. Да? Да. И как, есть разница? Ой, кормовой, он весь крымский, этот лиман. И потом много заливов. Угу. Из-за этого там просто мытье, он дешевый идет. Его гораздо проще. Ну так бы, если в федерации был, там занимали места, там какой бы второй или первый у меня разряд был бы, в принципе. То, что по командам занимали. Ну да, там надо постоянно уступать. А там еще условия, то, что это, на соревнованиях обязательно количество разрядников, мастеров, КМСов определенно должно быть. Подтверждение, зима, лето. Ну там, нет, там нет. Подтверждение сейчас идет, там все в одно собрано. То есть, допустим, я получил разряд зимой на мормышке, я могу спиннинги подтвердить летом, допустим, или в фидере. Вот такая платвичка клюет. Да. Вот местные рыбаки рыбачат. Вот местные, такая местные. Местные. Пришли тут, спугнули у вас. Ну, нашумели. Нет, не спугнули. Ты не спугнешь там. Понятно. А уже много поймали так? Нет. Да. Нет? Это вот второй хвостик. Второй хвостик, да? Вот первый вот. Был. Ну вот. С ёжиком. Рыбка у нас ловит, не спортсмена. Вот там еще кто-то тащит, все посмотрим. Увеличим. Вот смотрите, какой. Он как тащит. Окунь какой хороший. Там окунь у них, да.
Обалденный окунь ловит. Вот тут местных уже рыб. Сошел. Со дна. А она только со дна сейчас. На стук. Она уже съела. Сбила? Скорее всего. Да. Ну что, Дмитрий, как по рыбалке? Сейчас уже подведем итоги. Да, сейчас итоги будут. Сколько поймал? Да, три штуки всего. Три штуки, да. Плотвички, как с утра поймал, так и все. Больше плотвичек ничего не было. Печально что-то. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Так ничего не поймал, а может по жетону выиграешь, а? Да? О. Говорит, у меня был генератор. Еще одна, да? Ладно, высоко хватает. Вон их пятак находит. Ну если такой, то всего. Да, да, да. Нет, 12 уже ровно. 12! Ну что, ребята, все, соревнование закончено. Время 12 часов. Сейчас в студии будут собирать уловы. У каждого спортсмена свой пакет, своим номером. И все будем двигаться. Начало, где у нас была церемония открытия. Церемония открытия была. Ну и держишь свои уловы и определяй, кто стал победителем. Ты же не подержишь, а? Ну, это отличный улов. Короче, мы поспорили, кто будет максимальный вес. Ну, там что хухать, я только вот... Там... Нет, мы были там. Леха, обломи этот ложок и туда брось. Он говорит, это... может стереться в пакет. Ну все, идем на взвешивание, подведение итогов.
Ожидаем на взвешивание номер 78. Номер 4. Нам приготовили рыбачкам. Привет. Привет. Все готово? Привет, стол. Сушки, бараночки, тренички. Смотри, все, какая все, все. Практически как плов. Привет. Вот. Сегодня ты опоздал. Ну, все, сейчас мы разложимся, все участники наши уберут обмундирование. Я ж тебя не видел. Будем подводить итоги, взвешивание, кушать. Кушать пусть подходит. 1 килограмм 380 грамм. Так, трофея и есть. Больше 150 грамм. Да нет, наверное, что? У нас все так. 158 грамм. 141. 142 грамма. Двое. Два раза больше, чем 142. Давай, готов! Готов. Поехали! Давайте, раз, два, три, поехали! Два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 раз, все! Рыболов из города Дзержинска Владимир Посаженников. На меня, на меня. Держи, моя. 25. Давайте поаплодируем этим победителям. Дмитрий Катков.
килограммов. Радмир Сайфулин, Сова. Восемьдесят один грамм. Вячеслав Сорокин, Ильиногорск. Один килограмм, 360 грамм. У Михаила Иванова, Дзержинск. Пятое место в турнире. Пятый среди 90 рыболовов. Спасибо за участие. За жизнь убегайте. Четвертое место в турнире с весом 1 килограмм, 458 грамм. Николай Фингер, Нижний Новгород. С общим весом выловленной рыбы 1 килограмм, 615 грамм. Сергей Ковалев. Спасибо. Я не знаю, кто покажись этих двоих еще. Спасибо. Кубок за второе место. Серебряную медаль. И огромное количество призов от наших спонсоров завоевывает рыболов из города Дзержинска с общим весом 1 килограмм 726 грамм Анатолий Андросов. А он уехал! Браво! Ой, слезу сотри! Он так боролся, что вылез. Завидуйте! Наступает торжественный момент. Мы начинаем отсчет. Как только мы досчитаем до единицы, ты выбираешь любую бумажку из барабана. Итак, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Эх, уронил мою, а. Только мне номер покажи, пожалуйста, ладно? 14. Ребят, ну вот и закончился очередной праздник, то есть соревнование ледовых дел мастер в городе Дзержинске. Ну все, будем закругляться. Итоги подведены, все награждены, все накормлены. Всем хорошего настроения. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music. Step to the beat, I woke up today, canceled all my plans and I stepped right up.
side with my guitar.